так скажем, матч хорошо сложился для нас, но он был не такой простой. Есть над чем работать. Самое главное то, что мы выиграли, есть определенный результат. Я думаю, определенная картинка для тренеров уже есть. Сочетание звеньев, структура системы игры, поэтому мы сейчас как бы составы и систему отрабатываем. Во втором периоде начали допускать ошибки, перестали действовать на опережение, поэтому так много атак получилось. И в зоне достаточно долго у себя играли. Слава богу, что не пропустили. Поэтому, да, игра никогда не складывается ровно. Все нормально, все отлично, как бы все ребята знакомы, мы в принципе везде с каждым мы поиграли, поэтому особо привыкания какого-то не было, все нормально, все хорошо.